Assalamu alaikum. Aziz vatandoshlar, yurtdoshlar, mehmonlar, jondan aziz faxriylarimiz, hamkasblarimiz, xush kelibsizlar azizlar. Avvalambor barchangizni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ijodiy guruhimiz nomidan mana shu go'zal fasllar kelajagi bo'lmoq bahor oyida. May oyida bo'lgan eng ulug' bayramlarimizdan biri bo'lmoq 9 may xotir va qadrlash kuni bilan chin yurakdan muborakbod etamiz sizlar. Bu bayram nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda keng nishonlandi. Chunki bu bayramni g'alaba bayramisiz, tinchliksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki tarixni bizdan ajratib bo'lmaydi. Мы приветствуем вас, дорогие наши гости, коллеги, особенно наши дорогие ветераны. Низкий поклон вам. Хуш келибсизлер деймиз сиздерге, азизлер. И от всей души, от имени творческого коллектива Главного управления внутренних дел города Ташкента, мы поздравляем вас с праздником Дня почести и памяти 9 мая, который отметил наш Узбекистан и не только. Во всем мире этот праздник отмечают. Иначе быть не может, потому что это история. Мы не должны его забывать, и мы должны по наследству его передавать нашим детям, будущему поколению, чтобы таких человеческих ошибок больше не повторялось. Дорогие друзья, и наше мирное время, к сожалению, среди наших коллег бывают потери. Во время исполнения служебных обязанностей и долга с преступностью, с терроризмом гибнут наши коллеги. Азизлар, осойишталикни таминлаш максадида, жиноятчиликка каршы, терроризмге каршы күрөшөткөндө өз жонларын курбан кылган хамкасыбыздын хатырасын бир дакыйка сүкөт менен иззат бажо келтирсек, уруксатыңыз менен. Yeah.
내가 미쳤고 괜찮아. 아니, 나는 야, 야, 야. 야, 야. 야, 야. 힘만났네요. Yeah.